иначе, нас сегодня объединяет одно. Мало, чтобы семья Уральского федерального университета. Все мы сегодня выпускники УРФУ, и это звучит как минимум года. Какая песня подходящая. How deep is your love? Насколько велика и глубока твоя любовь к Уральскому федеральному университету? Наша любовь к нему безгранична! Женя, я тебя прекрасно слышу, как и вся площадь, как и все выпускники. Еще раз с праздником, присоединяемся к поздравлениям. Мы рады, что все сегодня, несмотря на боязнь намокнуть, пришли и их наградили прекрасным солнышком. В том числе и вот человек, который рядом со мной, сейчас с ней познакомлюсь. Привет, как тебя зовут, что ты закончила, какое направление? Меня зовут Екатерина, я закончила магистратуру, Институт естественных наук и математики. Катя, привет. Ну расскажи, сложно было учиться? Какие преодолевала ты препятствия? Вот сегодня дождь, а вот в течение обучения какие были препятствия, чтобы прийти сегодня к диплому? Конечно, учиться было сложно, но тем не менее мое экологическое направление – это что-то прекрасное. Мне очень понравилось учиться. Все трудности, наоборот, переносили еще большее удовольствие от образования. А кроме обучения, есть какие-то интересы? Может, что-то тебя заинтересовало в процессе обучения во внеучебной деятельности? Или вообще, что еще, кроме учебы, есть у тебя в списке дел? Ну, я занимаюсь наукой прежде всего, но помимо научной деятельности, также я заканчиваю педагогическое направление, дополнительное образование. То есть мне хотелось бы еще повышать экологическую грамотность людей. То есть ты прямо хочешь чему-то научить людей, с ними контактировать, действительно передать какие-то знания? Да, то есть получить знания и передать их. Слушайте, ну это прекрасно, я считаю, что это достойно аплодисментов. Согласен. Мы поздравляем тебя с выпускным и рады, что вы не только получаете знания в Уральском федеральном университете, но и делитесь с ними, как и мы сегодня делимся эмоциями. Спасибо большое. Спасибо, Николай. Надеюсь, не последний раз за сегодня слышимся мы с тобой, да и видимся, в общем-то, на всех экранах, больших и малых. Мы можем видеть прямые включения Николая Тисенко. Кстати, в прошлом тоже студента Уральского федерального университета. Да, в общем-то, на этой площади других и нет. Сегодня только студенты, только выпускники, родители и близкие. Сегодня большой, грандиозный праздник. Сегодня все социальные сети, особенно Инстаграм, будет пестрить фотографиями девочек в мантиях. Гугам, поехали! Танцуем, танцуем! Все подключайте! Парни, девчонки, не важно, танцуем! Судя по тому, как вы это делаете, скоро в Уральском федеральном университете появится институт танца и хореографии. Сегодня такой якорный день, сегодня такой хороший день, когда вы поставите не просто точку в вашем обучении, а очень надеюсь, что вы сегодня постараетесь и поставите в вашем обучении восклицательный знак. Мне кажется, что самое время услышать и понять, все ли институты в сборе. Но вот картинки замечательные, абсолютно вижу отсюда со сцены, вижу чудесную девушку в белом платье, которая возвышается почему-то над толпой и говорит по телефону. Привет! Как дела? А почему-то выше всех? В чем дело? Я понял. Итак, мы готовы к перекличке, и все будет достаточно просто. Господа и дамы, очень прошу вас собрать все силы в кулачок и сделать одно простое дело. Как только вы увидите на экране название своего института, и как только его произнесу я, вы громко, четко и все вместе должны крикнуть «Хей!». Давайте порепетируем. 3, 4. Не-не-не, прям «Хей!». 3, 4. В таком случае перекличка, поехали! Но что же молчим-то? Институт государственного управления предпринимательства, Институт естественных наук, Институт математики и компьютерных наук, Институт материаловедения и металлургии, Институт социальных и политических наук, Институт технологий открытого образования, Институт фундаментального образования, Механико-машиностроительный институт. Вот это любимое мое название. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики. Строительный институт. Уральский энергетический институт. Физико-технологический институт. И все это Уральский федеральный. Вот они фигуры.
господа, леди и джентльмены, выпускники и родители, родные и близкие, мы начинаем торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам Уральского федерального университета. Встречайте, ректор Уральского федерального университета, проректоры Уральского федерального, директора институтов. Ну вот здесь должна быть овация, выпускники! Более 8 столетий назад студенты старейшего Парижского университета с гордостью и благодарностью исполняли эти строки. Мы продолжаем многовековые традиции классических университетов мира. На площади звучит гимн всех студентов. Гаудеамус! Друзья, торжественный момент. К вам обращается ректор Уральского федерального университета Виктор Анатольевич Кокшаров. Дорогие выпускники, вот и настал этот радостный и одновременно грустный миг.
финальная точка студенческой жизни. Сегодня вы получаете дипломы. И мы сделаем все для того, чтобы этот праздник был для вас незабываемым, надолго остался в вашей памяти. Дорогие выпускники, даже природа сегодня поплакала, потому что, уходя из университета, вы уносите частичку нашего тепла. Каждый из нас, весь многотысячный коллектив преподавателей и сотрудников Уральского федерального университета грустит и в то же время с радостью провожает вас в профессиональную жизнь. С радостью, потому что мы уверены, что вы с гордостью понесете знамя Уральского федерального университета. И репутация ваша, ваши профессиональные успехи будут носить большой вклад и в репутацию нашего университета. Неважно, с каким дипломом вы закончили университет, с красным или синим, инженер вы или гуманитарий, главное, что вы закончили один из лучших университетов России, Уральский федеральный. Дорогие друзья, я надеюсь, что спустя многие-многие годы вы будете с такой же теплотой вспоминать о родном университете, и вы будете помогать ему и словом, и делом. У нас в университете активно работает ассоциация выпускников УПИ, УРГУ и УРФУ. Центр партнерства с выпускниками, создан эндаумент фонд, средства от которого идут на поддержку студенческих проектов, тех, которые выдвигают наши студенты. И я хочу сегодня поблагодарить всех, кто внес свой посильный вклад в наш эндаумент фонд. Мои особые слова признательности и благодарности 100 лучшим выпускникам, отличникам Уральского федерального университета. Они на самом деле являются собой пример приверженности учебе, своей будущей профессиональной деятельности. И, конечно, особая благодарность их родителям и их преподавателям. Дорогие друзья, не забывайте университет. Приходите к своим профессорам, звоните им, интересуйтесь их жизнью. Потому что без вас вы бы не стали никогда настоящими профессионалами. И, конечно же, обнимите своих родителей. Благодаря им вы стали студентами одного из лучших вузов России. Еще несколько лет тому назад мы дали себе обещание. Мы войдем в когорту лучших университетов не только России и мира. И сегодня мы активно продвигаемся. Мы вошли в 500 лучших университетов мира и 400 лучших университетов Европы. Впереди еще новые достижения. Но эти достижения мы можем сделать только благодаря тому, что у нас учатся такие замечательные студенты, какими вот до сего времени были и вы, или являетесь вы, дорогие ребята, дорогие выпускники. И помните, что двери Уральского федерального университета всегда будут открыты для вас. Всегда приходите к нам. Добро пожаловать в УРФУ! Для приветственного слова и поздравления выпускников УРФУ на сцену приглашается временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович Куйвышев. Добрый день, УРФУ! Дорогие выпускники, я поздравляю вас с окончанием и вручением вам дипломов. И действительно, последние несколько лет вы провели время за упорной учебой, исследовательской работой, ну и, конечно же, веселой студенческой жизнью. И сегодняшний день подводит итог этих лет. Диплом УРФУ – это проверенный знак качества. С дипломами Уральского федерального университета и специалисты востребованы во всех отраслях экономики как Свердловской области, так и всей страны. И я уверен, что нынешние выпускники обязательно найдут себя в профессии и обязательно будут продвигать свое дело, свою науку и те знания, которые вы получили здесь. Я поздравляю вас с этим днем, желаю вам успехов. И, конечно же, всего самого доброго. В добрый путь! Спасибо, Евгений Владимирович, за добрые слова.
Гордость и благодарность. Мы не так часто испытываем это чувство, но сегодня каждое сердце бьется в торжественном волнении. Выпускники, давайте вместе искренне скажем родным и близким спасибо. Готовы? 3, 4! Сейчас самое интересное. Мы должны увидеть на экранах фан-зону и оттуда из фан-зоны услышать самые, пожалуй, главные и важные слова для каждого из выпускников. Самые важные слова от родителей. Я очень надеюсь, что мы это услышим прямо сейчас. Фан-зона, включайтесь! Да нет, здорово. А вот бежит на сцену форсаж, и, судя по всему, бежит неспроста. Бежит для того, чтобы танцевать, да и неспроста в начале подиума. Появилась музыкальная группа. О боже, мама, я схожу с ума.